Привет, стримаши, это исследователь. Небольшой обзор еды, сгущенное молоко. Интересная особенность в том, что вес нестандартный, маленький. Ну, как я понял. Вот, смотрите. 320 грамм. А у других банок 380. Так, сейчас проверю. Может, я наврал? Угу. 380. Ну, как я помнил, 380. Пишут 400 грамм. Да. 370, блин, 380. Тут 370 пишут. 400. Короче, да, проблема есть. Так, производитель. М25. Город Рудни. Поселок Молкомбината. Жидкая поганая сгущенка, никчемная. Без добавок, но просто очень жидкая, как вода. Видите, состав молоко, сахар, сахароза. Супер цена. Вес не 380, 470, а 320. Специальная новый вес. Маленькая баночка для бедных людей. Стоило что-то около 60-80 рублей. То есть нормальная цена. Вот видите код. Так, вот этот код. Я даже не понял сначала. Ужасная, конечно, вещь. Она всегда была в основном сгущенка. Некачественная, жидкая, а теперь еще и меньше вес стали уменьшать. Вместо 380, 320. И это ужасно. А цена такая же остается. Что здесь маленьких традиций качества натурального? Какого еще молока? Цена-то нормальная. Скоты, сволочуги. Все это царь убийц и воров виноват. На этом все. Слава прогрессу. Это был исследователь. Пока.